Сразу после митинга ветераны направились в университет управления ТИСБИ. Здесь студенты встретили их праздничным концертом и дружным чаепитием. В учебном заведении это стало традицией. Среди гостей были и те, кто первый день победы встретил в Германии. Ранен два раза и опять попал тоже это третий белорусский фронт. И дошли до Кенигсберга. Кенигсберг взяли, Топиову взяли. Когда война кончалась, нам приятно было, стреляли все на воздух. Вот сюда приезжать, чтобы, да, пришлось, вот получилось так, что автобуса не было, поднимала руку, останавливала, просила, я говорю, ребята, подвезите сюда до ТИСБИ, даже не, вот, пожалуйста, сажали и привозили. Это же так приятно, что такое поколение, но с уважением к нам относится. Мы не только встречаем и рады встрече с ветеранами на территории нашего университета и 9 мая. Мы занимаемся духовным и патриотическим воспитанием весь год.